Здорово всем, ребята! С вами канал Мир ММО Игр, и мы продолжаем играть в опасную игру. Кстати, эта игра хоть и опасная, но название на Твиче я не поменял. В общем, мы играем в игру Man Eater. Мы сегодня будем кушать людишек и пытаться вырастить опасную акулу. Я как раз вот сейчас занимаюсь тем, что переименовываю стрим. А то я забыл его переименовать. У меня в последнее время часто это случается. Так вот, мы остановились на том, что мы съели пару спасателей, как бы знаменитых, и получили биоэлектрические зубы. Офигенная тема, на деле это офигенная просто штука, она реально позволяет биться даже с крокодилами без проблем. В общем, пока что мы в логове, давайте отправляемся на охотку. У нас 8 левел, насколько я помню, 8 левел. Нам нужно поднять его хотя бы, ну, так, чтобы вы стали взрослой акулой, потому что мы акула-подросток на текущий момент. Так, вроде бы стрим переназвали. Ну, погнали тогда. Тут какие-то барракуды пытаются меня укусить. На самом деле, я вообще не знаю, это суицидники барракуды. Чё, блин, барракуда? Сейчас мы ее закусаем. Есть. Первый есть. Опа, слышно катер где-то. Плот из бочек, пацаны. Что вы делаете? Я полакомлюсь немножко. Пацаны решили поплавать на плоту из бочек. Так, вроде плот мы утопили. О, там целый катер с едой. Знаете, сейчас как в фильмах ужаса. Не будем сразу их кусать, а сначала таранем. Просто таранем, типа корабль, чтобы они испугались. Вау! Ты меня укусил. Аллигатор, да блин, аллигатор! Ладно, сейчас идем. Ладно, я понял, я ошибался. Пацаны, дайте поесть. Похилиться надо, пацаны. Ой, черт! Дайте пожрать! Насколько изворотливо, насколько опасно. Люди прыгнули за борт. Это для меня радость. Началась новая охота на акул. Ай, нифига себе. А, крокодил! Меня ловят люди! Фигово, меня люди ловят. Раз меня название поменял это название, можете посмотреть уже название другое. Просто обновите страничку. Радим, у тебя название стрима по GTA. Да, ребят, я поменял его, чего там с памяти? Так, я же поменял, а ну смотрим, поменялось. Да все нормально, пацаны. Так, я иду сейчас. Блин, конечно, надо от этого аллигатора убить 15 левела. Я не понял, только катера. Ладно, давайте крокодила съедим. Охота окончена, но это всего лишь затишье в бесконечной борьбе человека и природы. Че, крокодил, ты хотел меня съесть? Мне просто люди мешали. У меня биоэлектрические зубы. Они для тебя опасны. Ой, блин, ладно. Ой, черт! Мне надо поесть. Надо покусать. Так, надо вот ту тварь убить. Крокодил в этих водах. Он решил посоперничать со мной за мою за еду. Вот он. Я его найду сейчас и убью, блин, этого крокодила. Крокодил, Гена. Иди ищи чебурашку. Меня решил на меня напасть? Скажу, а фраза мстителей. Знай, если я не спасу эти воды, так отомщу. Мясо его сожрал. Надо мясо пахте покушать. Вот прожорливая я акулка. Он спрашивает, что ты проходил Man Eater? Я думаю, что не так много людей, потому что на самом деле игра буквально появилась.
в этом Epic Store где-то около недели назад, то есть только те, кто купили ее почти на релизе, могли успеть пройти. Ну, она проходится, я примерно смотрел, там, типа, она проходится не так долго, но там по теории есть много видов акул. Так, мне нужно людишками питаться, я что-то давно не питался людишками, давайте пойдем по карте, по заданию. Вот у нас, допустим, есть людишки. Вот здесь, вот это опасное, кстати, место. Я боюсь, что я тут не выживу. Ладно, погнали. Немножко опрыгаем по суше. Спрашивают, сколько Лоран заплатил Цичу, чтобы их смайлики добавили. Ну, не знаю, думаю, как бы... Это не так плохо. Лишние смайлики, они кому мешают? То же самое спрашивать, сколько заплатил не Valorant, а Fortnite, чтобы их вставили в Мстители финал фильм тоже. Так, как туда опасть? Нет, это все, конечно, круто, а как мне опасть? Я что, типа, выйду на сушу и побегу по суше? А, я понял, тут надо оплыть. Сейчас пытаемся оплыть туда остров. И там... О, смотрите, как туда залезть? Они что, прикалываются? Это по теории, когда я стану большой акулой. Знаете, у меня такое представление, что мы когда станем большими акулами... А мы когда станем большими акулами, мы сможем ходить на ногах. Знаете, раз чуть тише сделаем звук, а то такое чувство, как будто я от людей убиваю. Давайте громкость звуков пускай будет 6. Даже 5. Вот так будет, чтобы люди не сильно орали. Опа. То, походу, кстати, охотники на моторной лодке или нет. Привет! Довезете меня до ближайшего порта. Вне всякого сомнения, хотя охотники на акул могут иногда выпить на работе, они... Нет, вообще-то это крайне безответственно. Комментатор, конечно, забавный. Привет. Меня не убьете, твари. Где ваш босс? Зовите босса. Не понимаю, где их босс? Он должен уже приплыть, новый босс. Да блин, дайте покушать, дайте покушать. Опа, пупсик пол прибыл. Бешеный креветочник, пупсик пол. А я, где он, пупсик пол? Ты где? Блин, не бы пупсика. А вот этот пупсик пол, походу. А, нет, это охотник. Не понимаю, куда пупсик делся. Дайте пупсика покушать. Пупсик, ты где? Я его уже, знаете, в полете беру человеченку. Ай-ай-ай-ай. Выхватил. Не, пока попался рано. Опа! Мне походу подумали, что еще гасит. Ого, как больно меня пнул. Там точно пупсик пол где-то сверху. Вон пупсик пол, видел. Хреново, что пупсик пол находится на суше почти. Пупсик! Дай я тебя сожру. О, блин! Меня сейчас убьют. Так, пупсик, иди сюда. Yes! В войне на истребление между человеком и природой ситуация продолжает накаляться. Я, кстати, убил пупсика пола. Можно валить отсюда. Я, кстати, вырос, пацаны, походу. Ладно, под воду пошли. Я стал чуть больше.
и опаснее. Наверное, от пупсика может быть и девушка. Не, ну пупсик Пол это точно не девушка. Ну хотя, кто его знает? Нынче с гендерами тяжело определить. Так, ладно, плывем дальше. Там, где людишки обитали. Мы вроде бы отбились от этих гадов. Мы получили третий уровень дурной славы. Мы заработали новое улучшение для акулы. А, только вот... на, посмотреть, что за улучшение. Очередная Опа. Охота на акул завершается. Есть бонус. Так. Барракуды только плавают. И вот людишки. У нас есть... Сколько, 5 человек? Ну, то легко будет. Мне вообще интересно, кто-нибудь видел, что акулы так выпрыгивали за людьми? Мне кажется, это что-то из раздела фантастики. Скажи, Маккорд, не знаю так. Но ежели он и убивает кого из рыбаков, это их лечит. Так, все, забираем это, выплываем. Вопреки тому, что мы сейчас наблюдаем, люди не являются основной пищей для акул. Видите, успокаивают. А на самом деле, кто снимал челюсти? Все по реали, как в реале было. О, так я зря прыгал, тут можно было проплыть. Прикольно. Так что будет ли GTA? Да, GTA будет третьим стримом. Там, я так понимаю, 8 часов вечера будет распродажа машин. Мы в итоге, наверное, попытаемся там выцепить какую-то дешевую машину. Ну, либо для себя, либо для дальнейшей перепродажи. Поэтому, как бы, оно будет сегодня, вероятнее всего, последним стримом. Блин, дурная барракуда. Так, нам нужно дальше качаться. Людей, конечно, жрать нам так сильно не надо. У нас еще есть один орган, мы можем поставить усвоение минералов. Больше от хила. Либо поохотиться за людьми, чтобы качнуть себе больше, как бы, разных бонусов. Так, а что на карте? У нас на карте вот здесь еще что-то есть интересное. Давайте сюда поплывем. Там мы все собрали. Хотя здесь, смотрите, теневые зубы. Потом сплопаваем туда. Мне кажется, что в дальнейшем мы, походу, выйдем на большой акуле, но уже не в водоемах плавать, а, наверное, выйдем в открытое море, потому что, ну, водоемы это такое, знаете, несерьезно. Блин, на эту штуку мы не заберем. Я понял, на эту штуку не достанем никак, я... не допрыгну. Давайте посмотрим лучше, что здесь, на острове. Тут, походу, может быть какая-то вечеринка с людьми. А, знак. Неплохо. Как и многие социальные движения, ежегодный фестиваль «Плавучий человек» ставит перед собой задачу поддерживать прогрессивные перемены. Но на самом деле это лишь повод для местной богемы раздеваться на публике. Так я никого там не вижу из людей. Так, ну давайте сюда поплывем. А как мы знаем, ребята, на всех страшных фильмах зачастую часто, как бы, бывает оголенка. Я уже думал, сейчас будет какая-то местная богема раздеваться, а мы ее цап-цап скушаем. Парень пишет, смотри, пацаны стримят. Что-то начинающее на букву М, уже подумал, наступила последняя стадия. Нет, это не Майнкрафт. Так, кто там на лодке плывет? А, ну лучше оплыть подальше, что-то не хочу я там драться. О, это еще один значок, это какая-то безобидная штука. Блин. Это реально какое-то болото. Открытая планировка с винтажной атмосферой. Великолепный панорамный вид на озеро. Нуждается в ремонте. Звонить Дебри. Так, ну Дебри мы позвоним потом. Когда сможем ходить по суше, если мы сможем. А, может, давайте убьем тогда... попробовать организованную преступность на зубок. Уничтожить цель. Давайте убьем эту цель, которую тут пишут. Ну, дело в том, что нам очки нужны для эволюции. Так. Мужики. Это преступность. Это преступники.
Охотники на акул преследуют свою жертву, полностью осознавая, какие ужасы ждут их в случае ошибки. Так, все, мы ушли, мы их съели и ушли. Так, на дно, они нас не спалят на дне, а ну, охотники. Боже, они динамиты используют. Они все видят, прекрасно. У них, походу, какие-то гаджеты. Так, все, они не смогут здесь найти меня. Хух. Мы заныкались. Давайте искать. Блин, я вечно пытаюсь, знаете, у меня уже привычка в GTA-шке Escape нажимать, чтобы открыть карту, а так не работает. Погнали на следующее задание. Смотри, тут еще есть два квеста каких-то интересных. Один на острове и второй рядом с островом. Сейчас туда плывем, узнаем. Там, может, что-то есть вкусненькое. Блин, да отвалите от меня, пацаны. Ну, как бы это. Пора душить. Охотники, гады, пытаются меня выловить. Ну подумаешь, съел пару людишек, ну... Бывает. А чё я проплыть-то не могу? Так, вот тут, походу, ребят, закрыто намертво. Ну чё-то ещё есть на дне. Известный многим как дружелюбное лицо забегаловки Кэп и Винки, в реальной жизни этот пират был чудовищем, убившим и поработившим тысячи людей. Блин, барракудка, можешь не гоняться. Еще одна неудачная охота для жителей порт Кловиса. Я могу либо устроить сейчас побоище в порт Пловисе, там, попытаться качнуться на людях, а либо можем пойти поискать еще какие-то секретки. Вот эту секретку мы не откроем, походу нам нужно быть более большой акулой, а мы не потянем ее. А тут есть что-то еще. Видите, на окраине, да, сюда сплаваем. Хочу порт Пловис полностью разведать. У меня как бы не биоэлектрическое поле, а сонар прокачан, я поэтому могу хорошенько смотреть, что вокруг происходит. Можно все поживиться уникальными этими протеинами. Окунь-альбинос. Уникальная еда съедена. 300 метров до цели. То походу еще будет один такой значок. Блин. Почему эти барракуды такие безумные? Вы прикиньте, что в реальной жизни барракуда нападала на акулу. Она размером меньше в раз 5. Это же реально суицид для нее. Такс. Это еще один знак. Осталось два знака на этой карте. Наши океаны по-прежнему находятся под большой угрозой. Но совместными усилиями мы можем добиться того, чтобы и нашим потомкам оставалось куда сбрасывать старые шины. Понятно, блин. Я каких-то... Заметьте, кстати, все эти секретные штуки, это зачастую людишки, как бы, ну, в том плане силуэта людишек. То под водой какой-то чувачок был сделан, то на суше какая-то женщина из палок, то мужик из шин сделан. То есть каждая такая штука какого-то именно силуэт человека. Опа, опять какая-то лодка стоит. Так, щука, отвали. Если вы драться не буду, я иду просто разведывать секретные места. А ты мне не интересно. Опа. Блин, мы там не проберемся. Лажа, туда тоже не пройти. Тоже место заблокировано. Окей, тут драка есть с кем-то. Давайте подеремся с кем-то. Опа, тут еще и задание с радиоактивными отходами. Вот на него пойдем. Подожди, какие еще стримы будут сегодня? Вероятнее всего цивилизация и GTA-шка, но я не уверен в этом. Так, мне нужно прыгать. Спасите Вилли, помните фильм? Там он тоже так прыгал. Да блин, прыгни ты, акулка.
ты, не сюда я прыгнул. Давай, давай. Да блин. Дурацкая цепь. Мы уделали цепь. Наверное, эти конденсаторы другие входы, но я, к сожалению... Опа. А это что за подстава? Почему я туда зайти не могу? А кого-то убить, а кого? А, так это корабль и был. Кораблик ты где? Это они и были, походу. Чё, охренел? Нападение акул не единственная причина того, что лодки считаются плохим вложением. Ха-ха-ха-ха. Потопил их. Требуется взрослый. Ну вот вход, видите? Чтобы стало опасно, нужно быть взрослой акулой. Я еще не гожусь. Я маленький очень. Типа для того, чтобы пробивать такие проходы. Но зато у нас есть квест. Пойдем на квест тогда. Сейчас закончим еще с этими хитрыми штукенцами, которые разбросаны по карте. Боже, там какой-то реактор вообще, смотрите. Затопленный. Я подплывал в прошлый раз к этому реактору, меня так, ну, типа, било жестко. Ага, как я туда прыгну? Не, это что-то, это какая-то жесть. А ну давайте попытаемся. Ну это реально жесть. Ого! Я это сделал. Нифига себе, я прыгаю. Так, и давайте на квест. Стрёмный реактор, пацаны. Ох, надеюсь, я выберусь из этой канализации. Я сюда просто уже плавал. Я, по-моему, тут застрял немного. А что надо сделать? Убейте 10 окуней. А, ну без проблем, окуней тут дофига. Крокодил, ты чё, охренел? Крокодил, я тебя просто сейчас убью, блин, как маленькую собачку. Блин, ты там устал, крокодил? Иди сюда, малыш. Ты уже меньше, чем я. Ты маленький крокодил. А маленькие крокодилы, они живут у акулки во рту. А где он, кстати? А вот он. Не уплывешь. Самое интересное, что вы там говорили, что когда крокодилы, типа, ну, они катают жертву. Они обосновались поблизости от выведенных из эксплуатации башен атомной станции. У акулы есть шанс узнать на практике, дает ли гамма-излучение суперспособности. Так вот, когда акулы хватают, типа они крутятся специально по кругу, чтобы якобы, ну типа, знаете, сильнее откусить кусочек побольше от жертвы. Так вот, смотрю, акула то же самое делает. Так, убить 8 окуней, которые под гамма-излучением, без проблем. Сейчас будет акула-бэннер. Ну посмотрим, что будет за странные рыбешки. О, так это обычные сомики. Блин, тут еще и аллигаторов две штуки. Ладно, аллигаторов игнорим, потому что на самом деле аллигаторы сейчас невыгодная драка для меня вообще. Проще окуней съесть просто и... Странно, почему аллигаторы окуней не кушают, а пытаются меня схавать. Я типа это... Свой. Охуй, иди сюда. Там у меня барракуда уже пырится. Блин. Надо окуня съесть. Все. Пошли в жопу, мелкие барракуды. Тут король плывет. Фух. А что дальше? По заданию у нас квест тут. Я пройдем все квесты основные на окуней. Опа, сундук.
Некоторые акулы без разбора поглощают все, что хотя бы относительно съедобно. Мы признательны компании Sunshine Solutions за грант, благодаря которому стала возможной съемка нашей программы. Также напоминаем нашим зрителям, что массовое клонирование и генетические модификации в армии в наши дни как никогда безопасны. Чего? Значит, за странное время и за странные эти слова от комментатора. Чувствую, эта акула, когда мы прокачаемся, произойдет нечто странное и ужасное. Так, а ну отвали барракуда, мне нужно прыгать. Погнали, под водой поищем что-то интересное. Щука москинок. Ну мы ее съедим с одного укуса, ну смотрим. Хватит ли нам одного укуса, чтобы съесть ее? Не хватило, да ладно. Она пытается сунуть меня. Но невыгодно хавать этих щук-маскиногов, они реально очень мало дают бонусов. метров осталось. Тут самое опасное — не опасть под этого крокодила большого. Вот есть такие преследующие крокодилы, они там 13 или 15 левела, они просто монстры, ну в том плане, с ними драться напряжно. Их быстро не убьешь, от них тяжело уйти. А, вот он. А, у меня квест на него, ладно, придется убить, у меня квест на него. Извини, крокодил? А! Ты чё, меня пнул? Я тоже так могу пнуть по лицу, ай! Блин, пацаны. Не, барракуда не интересует меня. Есть окунь какой-то? Ладно, черепаха, извини. Ты будешь моим мясом. О, черт! Отвали, отпусти, отпусти, отпусти. Боже мой. Альбинос, да блин, не ты. У меня другой крокодил по квесту. Ладно, придется альбиноса жрать. Ну, хотя бы ответить не может, потому что мы его бьем электрическими зубами. Видите, его до сих пор трясет. Иди сюда, маленький крокодил. Так, скушаем уникальное мясо, которое дает зеленые белки. Белки с гамма-излучением. Да блин, отвали, но тут мелкий. Вот, блин, как он достал меня. Блин, да аллигатор, ты не интересен, отвали. Мне нужно убить уникального аллигатора, преследующего, он опасный. О, нифига себе, я крокодила схватил в зубы. Я реально стал крупным, смотрите. Охренеть, я крокодила сожрал, как будто это нифига не крокодил. Так, у меня задание на этого. Ой, блин, ты что, подраться хочешь? Подеремся. Блин. Сожрал его, как малыша. Закусились с ним в воде. Да блин, а ты мелочь, что ли? Я убил только что великана от крокодила, а ты лезешь на бой. Я ж тебя съем просто. Я могу с ним рубиться просто в лицо. То есть, типа, даже не уворачиваться. А где он? Крокодильчик. Вот он. Фигово, что я мясо не нашел, которое упало с него. Ну ладно. Блин, я наушники перепутал. Я думаю, что у меня слева звук в правом ухе, а справа влево. О, а мы сможем пробить сюда? Да, мы пробили проход. Плывемте дальше вглубь этого острова. Может, мы реально у кого-то из личек в туалете выпрыгнем? Так, опа, значок. Так,
Так, лучше здесь всех аллигаторов перебить, потому что потом, если их соберется стая, они меня уделывают. Блин, схватил не того. Сдохни, аллигатор. Боже мой, да пацаны, хоро меня все щемить. Я, блин, один против толпы. На, хвостом по лицу. Блин, а и этого маленького аллигатора сожрем. Тоже, тоже на мясцо его. Еще аллигатор, того, пацаны. Расслабьтесь, три аллигатора на одну акулу. На тебе в зубки и жрать. А, так он жив, блин, нифига себе. Мне показалось, что хвост улетел от него. Да. Все. Всех сожрали. А нам нужно убить 10 окуней. Ну, без проблем, а чё? Что странный такой цвет здесь. Ну, с окунями проблем не будет, я думаю. А реально какие-то странные, после них остается зеленый свет. Радиоактивные окуни. Крокодильчик? Не то время, не то место. Я тебя сожру, как мясо маленькое. А ну иди в зубки. Куда убегаешь? Куда убегаешь? Куда? Я за тобой. Не отпущу тебя. Знаете, у меня бездонная какая-то яма, а не живот. Я жру просто всех и вся. И мне нормально. Окей. Мы прошли, ребята, это задание. Куда дальше? Так что, ребят, будем поить Диму, не надо поить, я и так водички, ребят, мне хорошо. Плывем вот сюда еще, кстати, мы тут не были. Самое прикольное, что по факту отсюда выйти было бы легко, будь я взрослой особью. Так, проверим, что это за странная такая канализация. О! Мы вышли. Теневые зубы. Хочу заверить преступную группировку Анталини в том, что эта запись ни в коем случае не попадет в окончательную редакцию нашей программы. Так, набор теневая эволюция повышает скорость и позволяет наносить урон ядом, что наиболее эффективно против фауны и людей. Выполняйте задания по важным объектам, чтобы собрать весь набор. Я даже не знаю, что лучше, биоэлектрические зубы, либо вот отрава это. Так, мне рекомендуют посетить грот. Я думаю, давайте в грот и поплывем. Наверное, даже тпшнемся в грот по-быстрому. А, там что-то ждет. Опа, я вырос. Акула уже совсем взрослая. Пора бы ей начать экономить и задуматься о сбережениях. О, нифига себе, какой я здоровый. А что за сбережения? Я что-то не понял, это о чем они. Так, давайте качнем, наверное. Давайте качнем этот навык. Эхолокацию, может... Блин, мы-то выросли. Смотрите, зубы есть такие, а есть такие. А в чем разница? Если так, я рейтинг по защите увеличу себе. А так урон, да, апну. Ну, блин, я не знаю, что лучше. Как вы думаете, какие зубы лучше? Теневые? Эволюция, короче, позволяет, я так понимаю... Урон укуса увеличивает и здоровье дает. А это увеличивает... оглушение, короче, накладывает на животных. Мне кажется, оглушение лучше, быстрее будем драться. Давайте качнем, наверное, электрические зубы. Мне они больше нравятся. Я могу еще раз апнуть их, ё-моё. Фиолетовые зубы уже жесть. Качнули мы. Какие мы красивые. А, тут все прокачано на максимум, насколько я понимаю. Я правильно? А, не, нифига. Так. Мы немножко прокачались, а синие хелсы можно сделать их еще лучше. Давайте еще сделаем лучше. Фиолетовые. Ну, конечно же, я эхолокацию качнем на максимум.
Легендарная эхолокация. Все. Ну что, ребят, наша акулка стала сильнее. Сколько метров вообще по размерам сейчас? 3,5 метра акула. Нифига себе. А ну, новый эхолокатор. Посмотрим. Я сундук вижу, 130 метров. Ничего себе, я вижу на 130 метров дистанцию сундуков. А, точно, достанем сундук. Давайте так, так и сделаем. А хотя нафига я даже буду точки ставить, я могу эхолокации его учуять. А, это, тут проход должен это быть рядом. Я понял. Черт, на самом деле я сейчас проход буду долго искать. Ряд синевые лучше, но уже поздно, ребят, я уже выбрал биоэлектрические. Короче, не знаю, кто сундук достать. Ладно, нас не так интересует сундук. Давайте лучше погасим сейчас те проходы, пробьем, которые мы не могли пробить. Вот, допустим, вот этот проход, решетка пожилой. 300 метров от нас. А ну, аллигатор, что ты будешь делать, когда я такой огромный плыву и хватаю тебя? Серьезно? Ну, конечно, он меня вообще не атакует почти по урону. Аллигатор, стой! Ну, такое себе. Я думал, схвачу его как малыша и скушаю, но что-то не вышло. Интересно, а что будет дальше после пожилого? Это задание с Алексом появилось. Глянь, журнал, сейчас вплывем. Давайте я пробью. Так, секунда. Я взрослый, я не пожилой. Понятно. Я только взрослый. А, так, задание с Алексом, вы говорите, появилось. Тучи куча крестов таких, вот, это походу оно. О, барракуда и не одна. Давайте вот костяные зубы получим еще. Блин, я боюсь, что зря, наверное, я качал обычные зубы, мне бы костяные качнуть. Ну вот, один квест, который есть. Давайте сюда поплывем. Какие-то бедолаги пытаются напугать меня. Ну, по сути, сейчас я самый крупный хищник в этих землях. Сейчас я больше никого не видел, чем я по размерам. И я территорию почти всю зачистил, тут больше нечего искать. Мой сонар откатывается быстро, офигеть. Просто мгновенно почти. Жалко, что не могу достать сундук. Говорит, капец, нужно делать домашку. А разве каникулы не начались? Какая домашка? Я чуть не понял. Это кто-то из прошлого очередь пишет? Могут учуять своеобразные дорожки запаха. Опа. Следы запаха жертвы, распространяемые океаническими течениями на километры. Мы пробили проход. Блин, они сейчас сделали, гады. Я хочу забрать сундук. Как его забрать? Без проблем. Ладно, отплываем. Отплывем сейчас по этому туннелю, я думаю, найдем нужную штуку. Мне далеко придется плыть за всеми бонусами. Акула-бык – животное с разнообразными пищевыми предпочтениями. Блин, я походу не выплыву оттуда. Черт, ну ладно, идем сюда. А, в общем, я не нашел, как там пройти, конечно, к той точке, которая мне нужна была. Опа! Острозубый кошмар, барракуда. Опа, на босс, походу, ребят. Супер хищник. Давай сюда, блин, острозубый паскуда. Тебя так назвали же? Острозубый, а паскуда, иди сюда. Ты что, называешь это укусом? О, я схватил ее как детеныша. Да блин, пацаны, ну это, блин, несерьезно. По-вашему, это босс? Острозубая паскуда, она вообще не опасна. Хотя она по размерам, она хорошая, метр три точно. Почувствовал колебания воды и ищет их источник.
Барракуда. Звучит как название рок-группы, но знаете ли вы, что есть такая рыба? Да, на самом деле есть. Странно, конечно, чувак, который вещает историю. Дело в том, что он про барракудах нам рассказывал где-то еще в середине игры, в начале даже игры. И сейчас повторяется. Так, набор костяная эволюция. Повышает сопротивление урону, он наиболее эффективен против лодок. Побеждайте других суперхищников, чтобы собрать весь набор. Окей. Паскуду убили, поплыли на новую точку. Ну все, собрали. Блин, зараза. Съели ее. Ладно, погнали. Тут Скандер ничего не говорит, что рядом что-то есть, можно плыть. Хорошо, дистанционное обучение. Так что серьезно, пацаны, вы летом учитесь сейчас еще? Некоторые, я так понял. Жестко. А я могу себе позволить поиграть в бара паскуду. Опа-на. Тут. Ну, вроде бы опять нифига нет. Я настолько хорошо зачистил регион, что остались пару секреток, которые я не могу получить из-за того, что до хрен доберешься. Давайте прыгнем. У нас прыжок, кстати, апнулся, а может мы долетим сейчас до этой штуки. Тан-таран-тан, тан-таран-тан-тан. Нет, что-то не то. Блин, что-то не выходит у меня прыжок сделать хороший. Нет, там не долетим. Надо, походу, еще больше акулу делать. Мы просто не долетаем. Парень говорит, мне диплом сдавать через 3 дня, а я в GTA же играю. Но там у тебя, ты же в РП играешь, да? Там тоже есть типа эти экзамены. Разные. На копа. Опа. Блин, я не могу взять толстого чувачка, он плывет. О, привет, аллигатор. Кстати, у тебя редкие ингредиенты, мне не нужны. Бедный аллигатор, он не знает, что у меня есть электрошок для него. Нифига себе, он навернулся. Видите, почему я люблю электромагнитные эти зубы? Они заставляют жертвы станется, и это очень круто для меня. Они не могут сопротивляться нормально. Блин, поели хорошо. Так, что у нас здесь идет? А, ну смотрим. Походу, сейчас будет история. Снова на борту королевы Каджунов. Это Кайл. Сынок мой. На лето приехал. Изучает морскую биологию. У меня одна рука. А я все одно могу крючок к леске привязать. А он с двумя едва боты завязать умеет. Фух, весь мамашу, не иначе. Я-то своему папаше круглый год помогал. Много времени вместе проводили. Но близки не были. Он был охотник на акул. И все на этом. Если кто и мог поймать мегалодона, так это он. Думал, это правительство эксперименты ставило и упустило рыбину. Ох, как он хотел эту акулу словить, ох, как хотел. Нашел ее однажды. Да, не поймал. Что случилось с вашим отцом? А? Что произошло? А? Некогда мне тут весь день с тобой беседовать. Работать надо. Такой странный мужик на самом деле. Как и Кайл Леблан, наша молодая акула, ищущая свое место в мире, унаследовала долгую семейную традицию. Окей, поплыли дальше. Странная, конечно, история. Чувак, он странный. Вначале ты его ненавидишь, дальше он там пытается тебя на слезу пробить. И что в конечном итоге будет? Он типа главный злодей наш, ну типа против нас, который дерется, или как это понять?
Хм. Ладно, плывем дальше, узнаем, что с его батей произошло. Мегалодончик съел. А может, мы будем биться с мегалодоном в конце? Интересно тоже. Потому что мы-то вроде бы обычная акула, мы не мегалодон. Пока что. Мы самая обычная там акула-бык, или как она там называется. Так, это все хорошо, кто выплыть? Давайте посмотрим. А, нам в канал, походу, да, нам в канал нужно идти. Сюда. Конечно, еще бы разобраться бы по карте, какую-то мини-карту бы добавили, это тяжело на самом деле сориентироваться. Походу налево сейчас канал и поплывем дальше. Говорят, ты наследитель мегалодона. А знаете, что интересная какая фишка в игре, я не совсем понял. А в начале, кто смотрел первую серию, ну или кто начало игры видел, там в ролике показано было, что он словил типа большую акулу, вспорол ей живот и вытащил меня мелкого, да? А, и у меня вот стало интересно, какого лешего, ну, как бы он акулу вытащил в животе. Акулы же, насколько я знаю, это рыбы. То есть, типа, а рыбы, они же вроде бы, ну, живорождением не занимаются. Какого хрена он мог вытащить акулу с живота? Другой акулы. Ну, в плане то, что акула, как ест, она зубами их ест. То есть, она не могла меня съесть. Это, грубо говоря... Жилой комплекс «Золотой берег» построили для богатых приезжих, чтобы они наслаждались зрелищными видами океана и закрытыми пляжами, отделенные забором от местных. Короче, это богатый пляж, нифига себе. Где богатые людишки? Кто на пробежку вышел? Я к вам иду. Блин, кто-то орёт, они... А, вот, они плывут. Ой, стой. У вас тут богатый корабль. Я хочу поесть элитного мяса, которое питается кальмарчиками и прочими креветками и икрой. Королевский лобстер. Так, мы это немножко поели. Бывают акулы, которые живородящие. Ну странно, я насколько знаю, рыбы же не должны быть живородящие. Акулы как раз живородящие, ну странно. Че тогда они относятся к рыбам? О, мако! Это акула, кстати, мако. Я... О, ни хрена себе, мако, а ты не охренела? Ты меня схватила? Ты же меньше меня по размерам. Теперь я ее схватил. А что такие звуки, собака плавает в воде? Блин, наконец-то акулы появились, ребят. Блин, сколько я кровищей пустил. Говорят, акулы не млекопитающие, хотя у акул рождаются живые детеныши. Как у млекопитающих они являются рыбами, они не рожают напрямую, однако классифицируются как млекопитающие, потому что кормят своих детенышей молоком из их молочных желез, которых нет у акул. Киты и дельфины — это млекопитающие. Ну вот я сейчас все равно не совсем понимаю, надо будет почитать. Мне просто самому стало интересно, какого хрена тогда, ну типа, они являются рыбами. Ты хочешь сказать, что лорд, что дельфины и киты кормят молочными железами детей? Вроде бы нет. Двойка тебе по биологии. В смысле по биологии двойка, когда это отдельный класс? В биологии никто не изучает отдельные классы детально, ну типа отдельные виды животных. А классификация на самом деле имеет кучу подвидов. И по биологии у меня было... На самом деле максимальная оценка. Чтобы вы понимали, я когда, ну, в Москве уже учился, я перешел в другую школу, так я по биологии вообще ни хрена не учил. Мне тупо ставили автоматом максимальную оценку из-за того, что я до этого... Акула отступает в грот, чтобы предаться спокойно. Новая территория, кстати. Мы нашли новую территорию себе. Ну, короче, грубо говоря, у меня оценка была, скажем, максимальная из-за того, что я в 8-9 классе, у нас специализация была как раз в лицее медицинская, и... Я там отлично биологию знал и анатомию. Так что не надо мне говорить тут про двойки.
Я не знаю, кто там изучал у вас акулу именно на уроках биологии, это странно. Мир, открытые дельфины кормят молоком, но, честно, я никогда даже этого не видел. Как это происходит? Интересно, надо посмотреть. Так, грот, конечно, прикольный. Давайте, может, что-то качнем себе в гроте? Мы можем что-то себе качнуть? Нет, холсы не качнем, органы чувств не качнем. Походу, тут тоже нифига не качнем. Зубы есть, конечно, другие, но урон теряем по зубам. Но увеличиваем защиту. Хотя лодки кусать круче будет. Говорит, ага, Дима, значит, ты в медицинской части? Ну, в смысле, я как бы по медицинской части всего 2 года обучался. А потом все, скажем, в обычной школе в плане биологии было легко. Очень, потому что я, по сути, целый год потом нифига не учил и все сдавал на автомате, ну, грубо говоря. Потому что за те 2 года мы прошли больше информации по биологии и анатомии, чем обычные школы там за 4-5 лет. Опа, мака! Маку опять огромная акула. Добыча исчезает в зловещей пасти. Каждая встреча помогает нам приоткрыть порог тайны окружающей нашего скрытого кота. Давай Маку, подеремся. Маку, они вот в игре про Клока, Терпс игра называлась, они были такие себе быстрые, но не очень опасные. Для людей опасные. Но я акула покрупнее, блин, Маку, отвали. Такая петляющая акула. Боже, какая она быстрая на самом деле. Что если жители Золотого берега вывезли эту акулу Маку из Шри-Ланки и выдрессировали для защиты своей территории? Маловероятно, но звучит захватывающе. Защита территории? Это бред какой-то. Акула что, разве дрессируется? Так, вот надо прыгнуть, давайте, долетим. Да блин, да выпрыгивает акулка. Дима, пей. Ой, блин, ну окей. Первый глоток за сегодня начался. Так, ненасытная акула-бык – воплощение прожорливости. Боже, как там на задании. Ребят, я уже выпил. Че вы там еще говорите, пей? Я глоток сделал. День на пляже может моментально превратиться из праздного времяпрепровождения в борьбу за жизнь. Океанического хищника на исходе. Блин, я не могу плавать, точнее прыгать по суше долгое время. Надо в воду возвращаться. Стойте, людишки! Когда акула угрожает человеческой жизни, охотники не тратят много времени на сбор. Так, а ну охотники, блин, давайте вы исчезнете. Охотники, я вас не боюсь, все равно, вы следующие. Я для мишек доем. Да видите, какие странные, они не убегают, а стоят, просто орут. Давай, 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 этого человечечка. Знаете, я реально вообще на акула, на какого-то монстра, блин. Блин, да куда ты прыгаешь, акула? Так нельзя делать. Охотник вышел на сушу? А, нет, на корабле. Блин, я еще 3 не убил здесь. Стойте, пацаны! Давайте еще 3 здесь съем, я вас оставлю, серьезно. Блин. Мне гарпуном в спину засандалили. Плавник прям. Торговцы акульями плавниками каждый год съезжаются в Кривую Кожу. Потому что чем прославить убийство красивых животных ради частей их тела, лишенных вкусовых и питательных качеств, ай, как не партии в гольф по $450 с носа? Ладно, там надо тут табличку забрать. Сейчас. Полет акулятины. Полет акуля... Блин, не в ту сторону. Yes! Видели, как я взлетел?
Что странная штука, что она не во мне, а рядом со мной плавает. Так, значит, мы избавились от этих охотников на людей. Давайте поищем какие-то плюшки вкусные, которые здесь могут быть. Тут есть драка с кем? Я твоя пещера шатал? Кто это переводил? Общество ответило сдержанными мерами, но человечество не в силах остановить месть матери природы. Мрицкое сокровище, ё-моё. Так, я пошел все это добывать и искать. Мако, я твоя пещера шатал. Ай-ай-ай, ты чё, блин, я твоя шатал, а не ты моя шатал. Не, на самом деле я их хватаю легко. Блин, давайте сократим. О, проход есть. Нифига себе, Аночка. Это белковая добавка, отличный перекус и источник энергии для набора серьезного веса. Такие маленькие пещерки странные есть. Так, еще одна. Прожорливый окунь поедает рыбу, осьминогов и ракабр. Аппетит этой акулы практически ненасытен. Ребят, прикиньте, окунь поедает осьминогов? Нифига себе, сейчас. Какого размера тут окунь морской? Чё, дайвер? Чё, охренел дайвер? Засунь свою. О, драка с акулой. Я твоя пещера шатал, это вот походу задание. Прибежище для самых разыскиваемых преступников морской фауны. Разыскиваемых. Я прям вижу, типа, вон ты, ты акула такая, мака. Так, это моя пещера. Я твою пещеру шатал. Кто бы ты ни был. Блин, мако быстрая. Не, я сейчас, видите, я ее станю. Шикарно. Я съел ее. Водород. Я изучал вне школы, рассказываю, акулы яйца живородящие, икра акулы развивается внутри тела самки, но без непосредственного обмена веществ из акулы. Выходят уже сформировавшиеся детеныши, в то время как у млекопитающих в утробе детеныши питаются при помощи плаценты, прямой обмен веществ. Также у акул существует внутри утробный каннибализм, когда вылупившиеся детеныши питаются своими собратьями. Это возможно только потому, что организмы матери и плода не связаны. Ну, кстати, вот это да, это логическое объяснение. Кстати, я походу, то, что я написал это, я вспомнил. Да, я эту инфу знал, но забыл, кстати. Самое интересное, что то, что именно в плане, что икра внутри развивается, это да. Это понятно, почему они не млекопитающие тогда. Это правильно, это то, что с молоком, это какая-то лажа, блин, то, что было с молоком. А вот это что более как бы разумное. Проще говоря, они просто икру не откладывают, грубо говоря, внутри них развивается икра. Так, как мне выйти с этой пещеры? Теперь. Говорят, бывали случаи, что морской окунь проглотил акулу. Есть видео в ютубе. Но акулы бывают разные, просто смотря какие акулы. То есть, есть всякие катранчики, тоже являются акулами, но они маленького размера. Ой, блин. Чё-то я тебя подлагнуло немного. Королевская скумбрия. Так, пацаны, как мне отсюда выйти? Выпустите меня, гады. Блин, я на самом деле не знаю, как это выбраться. Отвали, мелочь, ты же ничего не сделаешь мне. Говорят, окунь был больше 4 метров. Блин, он что, этот окунь как сом, что ли, растет всю свою жизнь? Блинский. Короче, пацаны, я походу застрял. А давайте топешнемся, наверное, в грот. Просто это будет лучший способ. Я что-то вообще нет у меня желания сейчас по пещерам ползать, а проще через грот. Акула возвращается в грот, чтобы сосредоточиться на личностной трансформации. О, это да, ты правильно сказал, мужик. Так, нам не хватает очков для зубов. Я хочу зубы качнуть. Еще раз.
по сути, эхолокатор максимальный, но вот хелсексы давайте качнем еще тоже. Ну, чтобы он были более прочные. 600 хелсов. Все, легендарные хелсы. Поплыли. О, сундучок, кстати, на дне. И прикольно, что я качнул биолокацию, как она называется. Желудка акулы прекрасно знает, что акулы всеядны. Так, у нас тут задание, кстати, на людишек. Привет, человек! Я вчера тоже себе купил GTA дом. Вы знаете, я просто представляю, как акулы такие выпрыгивают на сушу и жрут людей. Жесть какая-то. Будет такое в реале. Прикиньте, вы идете, а вас ламят как акула. Хряп-хряп. Топают. Говорят, собери теневую броню. Да, я не хочу себе теневую пока что это. А зубы теневые, а броню у меня закрыта теневая. Нет, стой, я хочу есть. Стой. Мужик, стой. Дай поесть. Так, еще четверых нужно съесть. И будет все хорошо. Блин, высокий тут борт сделали они. Стой, мужик. Я просто мужика у порога дома съел. Его. Так, ну что, все? А, вон, еще один. А, я уже съел всех. А, не, еще не съел. Казано. Так, еще последний идут, Этмер, ближайший. Да, блин, стой, дайте прыгнуть. Иди сюда. Эти вечеринки для богатеев всегда заканчиваются сварой из-за того, как правильно называть помесь такса и пуделя. Таксудель или пукса? У нас новый рассказчик себе появился, я так понял, сынок этого главного врага моего. Так, мне нужно было туда внутрь сейчас прыгнуть. Давайте перепрыгнем это озеро. Еще не озеро, а дома этих богатеев. О, там есть табличка, давайте тоже ее украдем. Вау, вау, что за лаги. Лаги. Стоять. А, блин. Как же тяжело прыгнуть. Ой, блин, я в бассейне, это фигово. Да, блин, пацаны, ну что за нахрен бассейн? Серьезно? Прикиньте, в вашем бассейне бы акула плавала. Ну, у кого есть бассейн. Не, лучше так я скажу. Прикиньте, у вас есть бассейн. Для большинства это будет лучше. Вкуснотища. Избирательное питание поможет акуле-быку достигнуть максимального размера. Да, выламывай. Да, блин. А, слабая ты акула, выбей. О, сундук. Чего только не найдешь в желудке у акулы. Это просто океанический мусорный бак. Интересно, акула еще переваривает все подряд? Здесь, знаете, что реально прокачка намного быстрее, когда ты не жрешь просто обычных животных, а когда проходишь по заданиям эти. Опа. Если после приема этого лекарства вы испытаете приапизм, не пытайтесь самостоятельно избавиться от него хирургическим путем. Такой бред пора рассказывает. Так. Что у нас? Есть драка с кем? Большая барракуда. Проблемы с местными. Охота. Давайте на задание лучше пойдем. Спорт королей. Там, походу, может быть битва с боссом. Просто это поинтереснее будет, мне кажется. Заберем ту штуку по пути. Вау. С
Сверкающие белые пляжи комплекса «Пески благоденствия» ограждены забором, ведь предназначены только для ультра, мега и супер богатых. О, там еще район, типа, для капец богатых людей, я так понял. Типа, самый-самый элитный район. Ну окей, мы его пока открыть не можем, мы его откроем позже, я так понимаю, когда станем более крупной акулой, может, даже пробьем к чертовой бабушке те ворота. А пока мы будем питаться такими, скажем, среднебогатыми. У нас акула питается именно весь элитной едой. Знаете, как вот люди любят есть там королевских лобстеров? Так вот, акулка любит есть богатеньких людей. Акула-бык демонстрирует важность достаточного употребления минералов. Так, мы почти прибыли уже на нужную точку. А что он такое странное плавает? А, то знак. Ох, блин, ладно, прыжок веры. Давай, акулка, ты же можешь. Тут всего лишь полметра там высоты. Есть. Так, а мы перепрыгнем дальше или все? Тут ничего нет, это просто какая-то лужа. Блин. Давай, акула. Пошли, 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 пошли. Надо это озеро еще проверить. Боже, я закашлялся. Управление гневом. Новое правило ассоциации гольфа 4.1.A.2 возможно спасло эти клубы от разорения. Окей, ребят, давайте людишек поедем. Вот видите, много людишек. Так, блин, я боюсь, что охотники не приехали, а то они меня убьют. Я тут еще в луже какой-то. В этой белковой добавке нет никаких примесей, и акуле не придется беспокоиться о красителях и ароматизаторах. Так, стой! Стой! Я тебя съем! Ты стой! Воду, воду, возможно, все в воду! Возможно, акулы станут чаще посещать суши, ведь они просто не могут устоять перед вкусом человеческой плоти. Это, знаете, кто-то поиграет в эту игру, потом подумает, что акулы настолько опасны. На самом деле, кстати, акулы вообще, типа, не так часто людей убивают. Они зачастую исцеление впитывают. Время нашей акулы подходит к концу. Охотники уже готовят взрывчатку, которая приведет к потере самоконтроля. Так. Нам еще на пару лишек есть. Не, пацаны, пацаны! Дайте съесть человечка еще одного, и я отстану от них. Иди сюда, мужик! Не надо, не уходи! Ты тоже подожди. Видите, вон там лук. В 93-м я в нее мячик загнал с одного удара. А ежели Клифф Гиллич скажет, мол, не бывал такого, не верьте. Нифига себе, тут скумбрии королевских. Офигенное место. Так, короче, я не боюсь этих гадов. Они, конечно, могут мне навалять немного, но не настолько, чтобы я уж боялся. Кстати, давайте скумбрию пожрем. У нас тут задание на скумбрию. Просто поэвейдим. Выстрелы людей. Люди-ложки. Не могут такого убить. А че они все меня прессуют? Вот тут плавает Мако. Почему они в Мако не стреляют? Чем я хуже? Мако че, разве не акула? Акула. Или они знают, какая акула именно опасна, а какая нет. Так, а ну отстаньте. Мако, Мако, Мако. Иди и отвлеки их. Кто так не поднимает настроение Макрелей, как вид 73-летнего джентльмена с клюшкой для гольфа. Из любви к этому спорту они приходят на нерест в воды клуба «Кривая клюшка». Опа, у нас тут что-то есть интересное. Давайте нырнем. Здесь я сюда выберусь. Это опять задание с этим. Пожрать скумбрию. Скумбрия даже не сопротивляется. Битва закончена, но война продолжается.
Короче, ушли эти охотники за мной. Я бы хотел еще пару охотников съесть, но, честно говоря, это тяжело фармить на охотниках опыт из-за того, что надо убить там человек, наверное, штук 50 охотников, чтобы приплыл босс охотников. Долго это, однако. Так, все вроде бы. Кажись, мы можем выплывать отсюда. Вау, что за пещерка такая странная? Блин, мы в какой-то жопе выплыли. Ладно, я думаю, мы можем так сделать. Опа. Капец, я смотрю, что мы все тяжелее и тяжелее. Заплываем куда-то в города, уже скоро в Венецию попадем. С таким плаванием. Ладно, заданий тут еще дофигища. Идемте на основное задание, которое называется «Двойная скумбрия». Дело в том, что основные задания, они зачастую больше дают плюшек, чем дополнительные. Плюс мы продвигаемся по сюжету, который как бы тоже довольно интересный, но он как бы очень редкий. Есть. Лунка типа пар 7, несомненно, самая сложная на поле. Поддается не каждому игроку. Че, серьезно? Это лунка под водой, что ли? Да, блин. А, это такой прикол, типа, или реально бывают лунки подводные? Я, конечно, не сильно шарю в этом гольфе. Хотел сказать хоккей. В гольфе я не сильно шарю, но вроде бы лунки подводные — это что-то странное. Опа. Так, у нас надо попасть как-то на это задание. Только как это сделать? Мы тут не пройдем. Нам нужно... я понял. Я ошибся. Эй, сундук. Это сожрем? Мутаген 23 подогревает эволюционную гонку вооружений. О, эти, мы нашли рыбу, с которой можно подраться. Это кто у нас? Не окуня, кто это? Преследуемая барракуда 8-го левела? Серьезно? Она слабенькая, она не выдержит мои укусы. Приятель. Но я отказываюсь заводить знакомство с тем, у кого змеиная голова, и он жрет реднеков. Так, погнали. Вот я думаю, сюда правильно плыть. Смотрим. Блин, неправильно. Нам еще немного по прямой и налево. Я смотрю, у нас часик живет своей жизнью, вообще о своем общаются. А, ладно, давайте скумбрию тут пожрем немного. Хотя я смотрю, что маку, они такие опасные, крокодилы. Крокодилы реально вечно кидаются на тебя, там пытаются сожрать, а маку, они такие спокойные. Они зачастую просто утируют и даже тебя не трогают. Нифига себе, какой здоровый королевская скумбрия. Правило при встрече с незнакомой рыбой — сначала ее идентифицировать, а уже потом убить. Так, еще три скумбрии осталось. Так, последняя скумбрия, где она? Блин, я просто стаю барракуд собрал вокруг себя, но это фига на самом деле, не опасно. Все. Двойная скумбрия пройдена. О, битва суперхищника. Наконец-то, ребят, мы сейчас нашли какого-то нового мутанта. А где он живет, этот мутант, интересно только? Я что-то не вижу задания с мутантом. Где... А, вот он. А ну посмотрим. Быстрое, агрессивное мако считается сапсаном среди акул. Но поскольку сапсан — наземная птица, для самой мако это прозвище не имеет никакого смысла. Понятно. Тварь, я так понял, опасная, мне нужно в другую сторону плыть.
Мы потихонечку будем плыть, наверное, на битву с боссом. Я думаю, что Мако будет более высокого уровня, чем я. Делайте ставки, ребят. Мако будет здоровая или не очень? Так, 200 метров. Надеюсь, это будет не в пещере драка, а снаружи. Говорят, мелкая. Сейчас посмотрим. Чемпион по скорости Акула Мако. Ну да, она мелкая, кстати. Ну хотя она здоровее, чем я. Она длиннее, точнее. Она может по массе и не больше, но... Я не могу попасть в нее. Ай, блин, отвали! У меня брони дофига. В этом моя фишка. Че, чемпион по скорости, да? А я чемпион по электро... Ой, блин! Это вторая Мако, их две. Так, мне надо, наверное... Ой, нифига себе, я уйду от нее вообще, если смогу ли... Блин, фигово, что мне Мака вторая пытается. Кого я жру вообще? Их ты емотиков кушаю. Так, Маку отвали, мне большую Маку убить. Маленькая пускай в жопу идет. Ладно, я мелко убиваю, что она достала. Опа, он спасал свою напарницу. Боже, с двумя Маку дерусь вместо одной. Блин, только... Так, я съел. Да, блин, дайте съесть ее. Мы так дерем, странно. Я ни хрена не вижу. Блин, барракуда тогда исчезнет. Ты же вообще не в тему. Боже, как она быстрая вся кровоточит. Быстрая, агрессивная, yes. Мако считается сапсаном среди акул. Но поскольку сапсан — наземная птица, для самой Мако это прозвище не имеет никакого смысла. Фух, перебили, то есть убили эту Мако, а ну смотрим, дальше есть какое-то задание или нет? Походу, больше квестов нету основных. А, не, есть, еще два задания. Давайте отследим его. Самов пожрем. Опа, это новая территория, серьезно? Походу, ряд нам на новую территорию нужно плыть. А, так это, блин, это вообще на самом начале карты. Ну давайте тпшнемся тогда, потом мы сюда вернемся. Я думаю, не будем изучать всю карту до конца, просто пройдем грот стартовый. Тихое место, в котором акула может медитировать и развивать свой потенциал. Так, а ну... О, у нее плавники открылись новые. Костяной набор. Давайте проапаем сразу костяной набор. Он даст защиту от урона. Блин, может минералы качнуть? Давайте минералы качнем. Так, зубы максимальные, а вот плавник не максимальный. Ну, ребят, я стал уже опасным. Костяные плавники — это... Интересно. О, давайте выхватим, наверное, эту верхушку. Сколько я уже получаю с этого сомика еды? Плюс 50. А было меньше. Есть. Блин, на самом деле, кстати, легко теперь с прыжками совсем, когда акула прокачана. Еще один бонус. Эта акула понимает, что для здорового роста ей необходимо получать из пищи основные минералы.
раз, Димон, почему акула такая побитая? Я не знаю, почему. Что... А, так это походу шрам, типа тот мужик, которому я руку откусил, который там еще историю повествовал, это он, походу, ножиком меня полоснул уже по спине. В течение своей жизни акула-бык поглощает лицу. Множество плавающего в океане барахла. А плюс я дерусь со всякими тварями. Вот крокодил, видите? Нас не подраться, у нас задание на него. Он, конечно, ничего не сделает, потому что у нас биоэлектрические укусы, они реально позволяют нам атаковать в наглую, то есть мы его электричеством шажахаем, и он станется, видите, он не сопротивляется даже. И он трясет его после наших укусов. Поэтому я эти зубы и предпочитаю. Они не оставляют драку делать, они просто избивают жертв. Подожди, мясо. Мясо, смотри, сука. Так, а что у нас тут? Хотя давайте, наверное, пойдем на задание, не будем сейчас заниматься ерундой, просто пойдем чисто на задание. Эй, там опять какое-то задание с аллигатором, что аллигатор какой-то неубиваемый. Тут еще квестик есть. Сюда. Есть. Часы далеко не самая странная вещь, которую можно извлечь изо рта крокодила. Где квест? Где квестиков? Я стартовую локацию почти нифига еще не прочекал, но толком на наличие разных бонусов. Но они есть. Я в какой-то луже. Давай. Фух. На песенку акуленок тут туру ставить. Вкусненькие сомики. Хоть и первая левела, но вкусненькие. Вот эти задания порой можно было бы сделать интереснее. Это игра, кстати, по сути, она настроена на фарм. Вы фармите еду себе по кулдауну. То есть как бы выращиваете акулу. Но реально, что вот, интересно, это история. Лучше бы сделали больше историй в том плане сюжетных историй. Потом каждый левел, допустим, была сюжетная история. Это было бы, ну, интереснее, потому что чтобы фарм как-то разбавлять. Опа, что-то есть. Акула-бык известна как прожорливый и не особо разборчивый едок. Так, мы сожрали всякого дерьмица, которая там валялась. Нам нужно убить цель, но это, конечно, мало нам дают наград. Давайте еще за сомиками сгоняем. Я так понимаю, 15-й левел, я, по идее, стану пожилым. И, наверное, по пути убьем эту тварь. Ах, это кто у нас? Крокодил огромный. А, не, щука? Серьезно? Это задание наше? Бедолага такая маленькая. Да просто избиение. Мы должны были ее убивать, когда были маленькие, а я пришел великаном и убил ее. Просто переростком огромным. Родимон, ты слишком жирный для этой локации, это да? Это локация начальная, по сути. Я ее просто не зачищал, ребята. Видите, сейчас теперь зачищаю. Боже, я долетел. Я долетел, пацаны. Эта локация реально, я жирный для нее. Но сейчас мы закончим основные квесты и пойдем на другие локации. Они все мелкие для меня. О, сундук. Ну, бонусы, вот, откровенно говоря, гурман. Бонусы она такие. Ест практически все подряд. То есть разница в бонусах почти никакой нету. То есть сундуки дают по 500, по 250, как и другие. Тут только крокодилы опасные. Опа, появился суперхищник. Погнали на бой.
Щука? Нет, не щука. Я подумал, что суперхищник. Щука, маскидок первого левела. О, сейчас будет ряд побоище. Так, и кто нас ждет там? И чего-то серьезного врага. Крокодил. Речной задира, американский аллигатор. Так, ну окей. Ну, по всей видимости, он не опасен. Не опасен. Выходим на бой. 20-й левел? Давай, супер аллигатор. Тебе нравится мой ток? А ток тебя просто отымеет. Я эти зубы качал недаром. Стан тебя... Ой, блин, нахрена себе, это все-таки... Блин, главное, что он не сожрал меня. Ток-то бьет его, но... Хвост это... Его опасно. Опа. А что с ним не так? Что он торчит? Нет, нет. Опа. Что-то куда он шарит немного. Десятилетиями Рози была звездой шоу «Байки и Байю Большого Би». Но наша акула слишком молода, чтобы быть ее поклонницей. Да, как видел, это вообще было ни о чем. На самом деле. Так, мы 15-й левел, ребят, нам в грот еще рано возвращаться. Давайте посмотрим, куда мы дальше можем пойти. Кстати, вот прикольно мы так быренько все уделали. А, тут есть... О, усвоение белков. Давайте за усвоение белков пойдем. Это интересно, кстати, усвоение белков штука. До открытия. Говорят, дрыщ подкачался и мстит одноклассникам. Это никакие не одноклассники, это упыри. Они меня щемили, когда я был мелкий. Крокодилы меня били, а бать... А, кстати, крокодил с этого левела... Ребята, это нифига, блин, не это. Не слабак. Он старше, чем я даже. Просто у меня зубы правильные. Поэтому так легко. О, нифига себе, тут бонусов и сокровищ. Оказавшись на мели, помните, лучше всего остаться со своим каноэ и погибнуть почетной смертью храброго моряка. Знаете, это такой бред. Увидели, тот скелет был, короче, он держал весло, находясь в лодке. Мне интересно, человек, который тонет, он что, типа, будет до конца весло держать? Или пытаться всплыть, кинув весло? Такой бред. Я когда-то покупал солнцезащитный крем Sunshine, пока не прочитал, что в его состав входят 7 вызывающих гормональные нарушения химикатов и пальмовое масло. Так, ладно, пошли в пещеры, хотя пещеры я не люблю, блин. А хотя это не пещера, нифига, это какой-то новый проход. Наверное, он вез пиво и не мог покинуть корабль. Ну да, это как бы... Его бы не простили. Лучше как бы утонуть, да, с пивом, чем покинуть. Да пробей ты. А что за прикол? Чё я пробить не могу? О. Так, куда я вообще выплыл? Я что-то пробиваю и не понимаю, куда я вообще плыву. Давайте на знак сплаваем. Кстати, вы знаете, ребят, что тут заранее планировали, что вы будете плавать в этих зонах вновь. Потому что я прям... Да, блин. Куда ты прыгаешь? Эти мягкие игрушки, конечно, очень милые, но они представляют собой большой питательной ценности. Ай. Какой-то гад меня пытается прессовать еще, я даже не чувствую ударов. Так, нам сюда. Давай. Мы почти приплыли. Тут, походу, какой-то гадина сейчас будет пытаться драться. Скапливаются крайне странные вещи. Местный критик однажды назвал Амоса Боригара Роденом Баю. Но Боригар был практически неграмотным и не знал, кто такой Роден. Да, блин. Надо выбраться отсюда. Я думаю, что левел 16-17, ребят, это будет новый рост акулы. Мы станем еще крупнее, чем были.
Прожорливый хищник постоянно рыщет в поисках того, что может утолить его ненасытный голод. Нифига себе, крокодил. Он на финал мне больше, чем Табетси. Крокодил. Я реально слишком большой для этой локации. Я, блин, видно, что не помещаюсь, знаете. Я, блин, огромная рыбина в банке какой-то. Кое-кому не помешало бы сходить на курсы обращения с оружием. Мужики с пушками плыли и утонули. Как обычно, у них пушки остались на их плечах. Так. Блин, я так ненавижу эти проходы, на самом деле, темные, в пещеры. О, тут вот здесь все просто. Просто пробили и сундучок слышали. Случайные мутации далеко не случайны. Им требуется огромное количество мутагенов в качестве катализатора. Это рыба уникальная, барракуда-альбинос. Давайте сожрем ее. Альбиносы дают уникальные гены, которые нужны для прокачки. Блин. Нет, только не говорит, что я заблудился. Давайте без этого. Пацаны, как выбраться? Черт. Я на сердечках подсвечивал выходы. Вот тут, походу, выход, да. Ну, есть у нас три варианта, куда идти, я... Отвалите, мужики, мне неинтересны. Меня интересуют сейчас бонусы и вкусные, жирные людишки с крутыми именами, которые могут дать мне там всякие улучшения. А вот а кто-то забрать бонус? Я не знаю, тут бонус вообще в этой жопе находится. А, нет, нормально. Я так понял, здесь дельфинарий был или что это такое? Несмотря Новая на эволюция. Свою репутацию борцов, аллигаторы не знакомы с профессиональной техникой захватов. Кстати, ребят, мы уже открыли новую, как бы, умение новое, но не знаю, куда его ставить. А, ну посмотрим, куда это вообще, типа, штука ставится. Вау! Вау, сколько мы навыков открыли. Ну, хелсы я оставлю себе, наверное. А вот поглощение еды, скорость на суше, время выживания на суше. Наверное, может быть, земноводное качнем все. У нас защита этого упадет, да? Ну, скорость апнется. Белки здоровья от питания. Эта эволюция повышает здоровье и увеличивает количество белков, получаемых из пищи. А что из них белки? Это желтые, красные или синие? Блин. Ну, а на самом деле, я даже не знаю, локатор нужен, короче. Он нужен до тех пор, пока у нас, как бы, сундуки не собраны. Земноводное, по сути, нужно будет в дальнейшем, мне кажется. Мы качнем земноводное, наверное, вместо усвоения минералов. А хвост и тело мы еще и голову не открыли. Ладно. 3,9 метра мой размер. Так, крокодил, блин. Ты же понимаешь, что ты для меня большой, вкусный, плавающий белок с маленькими жирами. Ну все, крокодилик умер. Ой, не сюда. Так, а ну посмотрим на карту, что я вообще тут в итоге сделал, и какие у нас задания есть. О, семейные, давайте семейные новости. Куда плыть нужно? 2 км, топешимся на другую территорию, другой грот. У нас задание здесь вновь. Так, быстрое перемещение. И посмотрим, что в гроте можем сейчас апнуть себе. Прокачай зубы. Мои зубы максимальные, я менять зубы пока не собираюсь, потому что... Клуб «Кривая клюшка» построили как раз ко времени медленного упадка популярности гольфа. Вот, смотрите, ребят, почему я зубы не хочу менять. Мои зубы... А, секунду, они не максимальные. Не хватает желтых очков.
Вы спускаете заряд, носит 8 единиц урона и накладывает 2 счетчика оглушения на всех в пределах 3,5 метров. То есть, грубо говоря, я накладываю 2 счетчика оглушения, а останется от 10 единиц. Ну, короче, по сути, прикольная штука. Ну, вот остальные, что-то я не вижу смысла остальных бонусов. Хотя, с другой стороны, рейтинг массы дает костяные зубы. Ладно, погнали пока. Сюда, с пещерки выходим. Опа. Блин, Мако, отстань. Мако охренела, смотрите, какая мелкая и, блин, дерзкая акула. Вау, все, видите, как я сделаю всю вертуху? Офигенно, она вертуху начала иначе делать. Где я там? Все, Мако попалась. Погнали на задание. Блин, а вертушка офигенная, смотрите, это подводная вертушка, сейчас смотрите, воздушная вертушка. Не, на самом деле прикольная штука. Город, собери электросет. А, кстати, да, электросет можно, я тоже думаю. Ну, офигенно для ПВП. Мультик, ура! На борту королевы Каджунов напряженная обстановка из-за сложных семейных отношений. Кайл! Что там? Со спиннингом не управишься? Я могу, но в нем, пожалуй, футов 20. 15. Как скажешь. Не можешь? Ну да, я выйду, сделаю. Я старик однорукий. Да, вот может, хватит тебе калечить акульих малышей? Чё сказал? Ничего. О, пацан говно не мог поймать в подгузник, а туда же. Будет меня учить, как ловить акул, прикинь. Хочу сказать, я сюда приехал в надежде на возможность нам побыть вместе, как сын с отцом. Но теперь не знаю. Может, надо поискать себе другое занятие на лето? А, не всем на роду написано быть рыболовами. Я, ну, надеюсь, хоть эта вся хрень университетская ему на пользу пойдет. Так, ну пока история, конечно, какие-то странные, ничего про события с акулами пока ничего не происходит. Парень пишет, я сейчас пиво Лебланк пью, а тут Кайл Лебланк. А мне, честно, на Лебланк ассоциация с актером одним. Так, у нас следующее задание находится хрен знает где. Давай туда побежим опять. Или поплывем. Так, я ставлю метку. А, хотя на самом деле я не вижу, где она на карте находится. Ой, блин, новая локация. Поплыли. Почему бы нет? Мне кажется, мы то не доплывем, пока не поднимем размер акулы. То есть мы маленькие. О, это маг у нас по квесту. Иди сюда. Все, мы ее оглушили. Боже, мы просто ее реально грызем, как малышку. Маленькую, вкусную. Боже, я барракуду в полете уже ловлю. Не, прикольно. Так, пацаны, отвалите давайте. О, это мы достанем. Охотнику-одиночке попался еще один источник питательных веществ. Так, ну ладно, на задание отплыли, мы собрали немножко бонусов. Там какая-то Мако пытается меня, блин, догнать, но это все тщетно. О, кстати, можно людишек съесть здесь. 12 человек, блин, нифига себе, 12 человек, все больше и больше. Надо было земноводных качать, сейчас бы спокойно мог бы их есть. Можно попасть в зубы выбросившейся акуль, но разве есть что-то лучше свежего океанского бриза?
Так, минус 3. Ну, прыгаю я шикарненько. Пацанчик, иди сюда, мужик. На дороге нельзя стоять, проезжая часть, такие я еду. Падения действительно заставляют задуматься о нашем месте в замысле природы. Я просто как машина проехался. Кстати, у меня очень мало желтых бонусов и дофига ДНК этих бонусов, которые людишки дают. Так, идемте к ним. Соседи! Я откупил рядом дом. Иди сюда. Нашей команде потребовались неделю, чтобы завоевать доверие охотников на акул, убедив их, что мы не страховые следователи, расследующие их заявление об инвалидности. Ну, я думаю, если они так дрались, им надо инвалидность не обманывать следователей, а обманывать следователей. Опа, что осталось? Где я? Так, ладно, я корабль сейчас потоплю. Сейчас мы устроим здесь побоище небольшое. Хочу дурную славу получить максимальную. Давай, мужик, мы за корабль съедим. Ой, не те. Кстати, я смотрю, что когда корабль топишь, еще много дают ребят очков. То есть убийство охотника фигня на самом. А не, нормально все дали. Вот и что? Так, а ну, твари, потоните. Хотя хорошенько мы качаемся. Блин, мы никого не схватили отсюда. Так, удар хвостом. На! Нифига себе. Тройной удар хвостом. Я с корабль потопим, а потом человека. Так, уже 3,5 уровня дурной славы. Больше бонусов для акулки. Мужики, вы извините, конечно, но вы на дно пойдете. Мне нужно стать сильной акулой, для этого мне нужен опыт с вас. Просто пожираем их. О, нифига себе, катер взорвался. Так, а что-то я не понял, кто же на меня бьет. Я походу убил всех этих охотников. Жесть. Никого нет на подходе? Лицензия на вылов акул потребует 3 часа тренировок и $8. Хотя мало кому есть дело до таких формальностей. Это не тот корабль, кстати. Вот, ребятки, извините, я вас не хотел трогать. Мне нужно этих убить гадов. За каждый потопленный корабль дает дофига опыта. Они динамит кидают, вы чё, приняли? Динамит кидать. Они реально воду динамит бросают просто. Интересно, он сильно дамажит динамит? Мне кажется, ни разу не опал. Это все время. Это самая кровавая бойня в истории. Акулик боёв. Знаете, я зачастую на фильмах и дальше нужно показывать, что они кидают ядерку на нас, потому что, ну, слишком большая угроза. Так, давай, дозри. Нам еще немного, сейчас прибудет лидер. Нам нужно лидера будет сейчас отдубасить. Он, по идее, сильный. Ребят, вы что, это кетчуп? На самом деле, ребят, ни один человек не пострадал. Так, я не понял, а где тут уникальный чувак? О! Рыбак-самородок, Кэндимен Кёртис. У него автомат? У всех были гарпуны, у него автомат. Так, ты Кэндимен Кёртис, иди сюда. Все, я убил. Несмотря на всю жизнь, ловится, морской хищник отказывается подчиняться. Так, давайте еще один дурную славу, еще один уровень заработаем. Они пытаются что-то сделать, но у них это без шансов. Боже мой, люди улетают просто за километр. Алфред,
Так, последний. Он говорит, о, привет, а где Аван? Если ты не понял, кого, ты пишешь привет. Берегись акул. Аван что, писал что ли? Я Дима, ребята, если что. Забив голову романтическими представлениями об охоте на... Говорят, нам сделать тише игру, тебя плохо слышно. Давайте сделаем тише. Тут реально капецкие крики. Акул. Так, лучше, ребят? Или все равно громко? Так, давай сюда. Блин, ну я не знаю, мне кажется, эту пятую дурную славу мы не получим так просто. Мертвого говорил в микро, вы что, ребят, прикалываетесь? Это ли ягод какой-то или что? Я вам говорил, здорово, на секунду. Вам ты что-то говорил? Да, я, короче, почти доделал уже все. А, ну я сейчас пока Линюшек беру сейчас. И я даже не понял, что ты говорил, типа. Я тебя не слышал, так увлекся игрой, пожирал людей. Там все говорят, Вова, привет, Вова, привет. И думаю, какой Вова, привет, сейчас за бред. Ты вроде бы ничего не писал. Не, я сказал, типа, здорово, и вижу, что там играешь, ну ладно, я пока... А, ну я просто... Короче, я замутил почти все. Карта будет офигенная, тебе должно понравиться. Сейчас, сейчас пойдем, я сейчас закончу как раз. Я 2.5 часа ее создавал. И я там придумал, прикольно. Ну, я не знаю, реализовано как все будет, может, я где-то что-то не завтыкал, но сама идея прикольная. Увидишь, короче. Ну окей, сейчас пойдем. Я сюжетку тогда пройду, я думаю, сейчас апнусь до огромной акулы, до мегалодона. Еще немножко осталось. Я пока побоище устраиваю. В основном плане пытаюсь дурную славу получить. Хотя охотники 20 уровня уже, посмотрите, ребят. А они сильные, кстати. Опа, динамит. А вот динамит тебе больно бьет, однако. Так, мне походу ряд надо сдриснуть отсюда. Или меня убьют сейчас. Поплыли. Так, мне барракуда... Блин, ладно, съедим барракуду, так и быть. Не хотел, на самом деле, ее жрать. Так, где задание? У нас задание... КМ отсюда. Говорят, логово, Димон. Так, а мне логово пока не надо. Смысл, я же не апнулся еще. Мне до левел поднять для апа. О, давайте барракуду вот эту убьем. У нас по заданию барракуда. Мы просто сидим от электрошока. Сейчас будет 17 левел после квеста. И как раз, я думаю, может, мы апнемся после этого. Мы сегодня подняли уже с вами 11 волов, вроде бы. Не, меньше, вроде бы. Знаменитый 10. Пирс номер 1 в Сапфировой бухте порадует посетителей с киболом, жареными креветками и футболками с элегантными принтами. Эти, да, зубы можно апнуть сейчас будет. Ну, давайте апнем после. Как бы оно не так сильно горит, потому что на самом деле там разница не такая большая будет. Всего еще один ап. Одно вознаграждение отменено без лишнего шума. Так, это куда мы заплыли? Я что-то не совсем понял. Ладно, пока не будем там туннычку чекать. А вот это заберем, оно не в туннеле. Кстати, мы выплыли на новую карту, ребят. Акула никогда не упустит жирный кусочек. Колесо обозрения под водой. Порт Кловис – противник жестких правительственных мер. Гордится щадящими стандартами безопасности своего парка развлечений. Хорошие стандарты безопасности парка развлечений. Колесо, блин, на дне этого океана. Так, а где задание? Ой, блин, оно в пещере какой-то. Ёперный кот, это опасть. Ненавижу пещеры. А вот пещера. А, так это мое логово. 17 лет, пацаны. Здесь акула способна постичь чудо любви к себе. А очень 17 левел. А, давайте посмотрим, что мы можем качнуть. Я думаю, зубы давайте докачаем. Биоэлектрические на максимум.
В итоге мы сможем немножко больше накидывать счетчика оглушения. С 4 укусов гарантированно жертва получает стан. Неплохо, и 10 урона будет. Плюс еще и в окружении все останется вокруг. Зубы максимальные. А, плавник. Давайте плавник апнем, потому что плавник... у нас пока два вида их всего должно быть, но тут защита от урона идет. Так. А вот это я бы поменял на что... Ого, нифига себе. Давайте скорость плавания, наверное, вместо этого сделаем. Хочу быть мега скоростным пловцом. А ну? Проверяем. Я капец какой быстрый. Стал. Ну хотя, ну ладно, не так сильно заметно, но с одной стороны прикольно, что я теперь быстро плаваю. Все знают, что волейбольные мячи гораздо лучшие друзья, чем футбольные. Те так и норовят воткнуть вам нож в спину. Чего? Какие нахрен нож в спину у мяча? Либо... О! Это, походу, битва с катером. Уничтожить цель. Давайте уничтожим цель. Еще вот эту. Я хотел, конечно, когда базу дайте, но уже убьем, потому что они рядом. Еще в 492 году до нашей эры греческий историк Геродот описал, как акулы потопили целый персидский флот у Фессалийского побережья. Да ладно. Это какой-то бред. Целый акулы флот потопили. Это что-то... Мама Мейбл Брайант, основательница крупнейшего в Америке предприятия по добыче акульих плавников, владеет целым флотом прогулочных судов. И никчемные сыновья Рэндалл и Дайсон частенько гоняют на них по Сапфировой бухте. Ну что, ребятки, ладно, я думаю, как раз сегодня мы хорошенько так качнулись, вырастили акулку. Думаю, еще стримы по акулке будут у нас на канале. Сейчас мы, наверное, идем уже играть в цивилизацию. Дело в том, что нам нужно еще успеть в GTA-шку погонять будет. Ну смотри, сегодня. Мы знаешь, как замутим? Мы, наверное, замутим сейчас цивилку быстренько, два часика, нам на две серии. Ну там карта просто прикольная, там надо будет... Короче, там нежданчики будут. Блин, ну карту ты строил сам, да? Да, но я всем сделал равномерные условия, так что там просто... Акулы тоже могут позволить себе неправильные... Почти практически все одинаково. Там, может, там один там плюс-минус одного ресурса. Ну, короче, увидишь. Там суть не в этом, там вся суть в другом заключается. Ну, сейчас... ну, окей-то. Ребят, в общем, смотрите, если вам нравятся наши стримы, не забывайте фолловиться на канал. Мы с вами не прощаемся, будет буквально минут 20 где-то перерыва... между стримами, на этом же канале начнется следующий стрим, поэтому не прощаюсь.